Ксюш, а что это такое? М? Что? А, вот это? Маш, ты чего? Это ж покебол. Что? Звучит как тайское блюдо. Это есть можно? Маш, ну ты вообще древняя. Неужели ты ни разу не слышала про покемонов? Кажется, слышала. Ну вот смотри, это специальный прибор для хранения покемонов. Ну а здесь он что делает? Ну, не знаю, может быть, его себе ребята купили, и мы вот так вот неожиданно его нашли. Странно, конечно. Но зачем он им был нужен? Ну, может, они фанаты? Ксюш, ребята вообще-то фанаты Гарри Поттера, и если бы я здесь нашла еще одну волшебную палочку, я была бы не удивлена. Ну смотри, получается, они любят все волшебное, ведь покемоны... Покемон — это тоже про волшебство. И наш канал тоже получается волшебный? Конечно, Double Bubble — это тоже про волшебство. Вот ты и знала, что у каждого человека, который подписан на наш канал, сбывается какое-то желание? Не знала. Ну вот, а я целое расследование провела. Если не верите, проверьте прямо сейчас и подпишитесь на канал. Ну ладно, а вот это вот покебол, покемон, куда деть-то? Ну не знаю, попробую выпустить покемона. А это как нужно сделать? Покемон, выходи, выходи. Ну выходи! Ну вот смотри, держишь шарик, и вот там вот есть такая а-ля кнопочка, да, кругленькая. Ты на нее нажимаешь и такая: тыщ! Я вызываю тебя! Покемон, я вызываю тебя! Что происходит? Ксюша? Пикачу! Слушай, Ксюша, это не смешно, давай переодевайся обратно. Пикачу! Да что же это происходит, Ксюша? Капец! Что это? Я вызвала покемона? Не подходи ко мне, ты только бьешься! Да надевайся ты уже! Эти ногти вечно мешают! Под корень в следующий раз отстригу! Что же ты такое, а? Готово! Фух, так-то лучше! Ксюша, что с тобой делать, а? Хочу есть! Даже в образе покемона есть хочет! Хочу есть! Да погоди ты, я думаю, в интернете почитай, вдруг там что-то написано. Как выбить покемона из человека? Так, облить водой, прочитать заклинание. Какую-то фигню пишут. Какая-то фигня непонятная. Что тебе надо от меня? Хочу есть! Не кричи! Хочу есть! Ладно, ладно, подожди. Хочу есть! Что ты ешь? Да ладно, мне что, самой догадываться? Пицца! Ой, ну это еще нормально. Хотя бы пицца. Давай пиццу закажем. Хотя странно, не думала, что у Пикачу любимое блюдо это пицца. Ладно. Ну какое, барбекю? Пепперони? Сырную? Хорошо, тогда заказываю. Готово. Вкусного у тебя. Действительно вкусно? Угу. А пицца реально вкусная. Не зря Пикачу ее любит. Фух. Ладно, Пикачу, рассказывай, как вернуть мне мою подругу? Ну, пожалуйста, залезай обратно в свой шарик. А ну, иди сюда. А ну, стой! Алло, Маша. Алло, Маша. Ты позвонила моему бывшему? А ну быстро бросила трубку. Алиса, вызови такси до торгового центра. Ну и где этот наглый покемон? Да куда же свалила эта Пикачу? Ее же никто не должен увидеть. Ну вот куда он мог деться? Покемона никто не должен увидеть. Что люди вообще подумают, если увидят Ксюшу? А вдруг ее ученые найдут и захотят ставить над ней опыты? Пикачу! А? Показалось. Друзья! 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 Ну!
снова всех обманул. Надо поесть сладенького. Внимание, дежурный! У нас в отделе завелись грызуны. Срочно вызывайте бригаду специалистов, будем их травить. Ах, вот ты где! А ну пойдем домой, с меня хватит, весь день с тобой гоняюсь. Пойдем, пойдем. Никаких живо домой. Ну, пожалуйста, хочешь, я тебе на ледянке по снегу до дома довезу? Снег? Ты что, не знаешь, что такое снег? Все, пойдем скорее на улицу. Снег. Да, это холодная вода. Снег. А ну, стой! Вот я не имется, а! Не догонишь, не догонишь, не догонишь! А ну, иди сюда! Пикачу, ну пожалуйста, пойдем домой. У меня уже руки трясутся от холода, губы даже синими стали. Пойдем домой, пожалуйста. Снег. Пусти! А вот и не пущу. Живо домой. Дурацкий покемон. Ну ладно, не с таким и справлялись. Интересно, что там пишут в интернете? Вот есть какой-то странный сайт с фанатами. В основном все, что они советуют, звучит как полная дичь. Но может быть сработает? Попытка не пытка. Так, что же они пишут? Оставить на морозе на час. Пойдем, пойдем на улицу. Ну не на улице, а на балкончик, чтобы мне не травмоопаснее было. Помнишь, там снег лежал? На балкончике он тоже есть. Пойдем, снежки поиграем. Идем, 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 идем. Пойдем, пойдем, снег уже там. Снег! Все верно, там снег. Ты пока поиграй, а я скоро приду. Как там интересно, а? 15 минут же уже прошло. Вдруг она там замерзла? Бедная Ксюшенька. Надо принести ей плед. Эй, Пика Ксюша, ты тут? Как знала, что замерзла. Ну ладно, ты пока здесь посиди, а я чуть позже приду. Ну ничего с ней не происходит. Пикачу, идем домой. Ох, что же пишут тут еще? Так, накормить шоколадом до отвала. Ешь! Даже я так не накидываюсь на шоколад. Обалдеть. Ты не лопнешь? А попа не слипнется? Тебе не сладко? Хочешь мне куснуть? Ксюш, это ты? Ксюш, на концерт пойдем? Она не вернулась. И это тоже не сработало. Так, что же пишет еще? Укусить за ухо. Покемон, поделишься? Ну, а чуть-чуть? Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, ладно, давайте я просто поглажу тебя. Просто поглажу. Ничего страшного. Ну иди ко мне. Давай я тебя поглажу. Ну все хорошо, не переживай, не переживай. Не переживай. Кушай свой шоколад. Кушай, 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 кушай. Стой, ну прости, я так больше не буду. И это не сработало. Что же дальше? Нам предлагает интернет. Всемирная паутина. Итак, в интернете пишут, что нужно выиграть Пикачу в армрестлинге. Пикачу, иди-ка сюда. Не бойся, кусаться я больше не буду. Идем, идем. Допустим, левая рука – это твоя рука. Если ты мою руку положишь на стол, то ты выиграл. А если я твою руку положу, то выиграла я. Ну давай. Ага, берешь мою руку. Ага, сжимаешь. Вторая рука. Да подожди ты. Твой локоть должен стоять на столе, так будет удобней. Вторая рука не должна помогать. Ты можешь ее просто либо держать так же на столе, либо убрать за спину. В чем суть?
применить свою силу. Ай! Не эту, а вот эту. Поняла? 3, 2, 1. Yes! Обиделся маленький. О, и это не сработало. Что же еще пишут в интернете? Накормить нелюбимой едой человека. А что человек больше всего не любит? Хорошо, что больше всего не люблю я? Я больше всего не люблю вареный лук. Это же сейчас запах на всю квартиру будет стоять невыносимый. Теперь эту головку лука мы кидаем в кипящую воду. Пикачу, лук сварился, иди кушать. Это деликатес. Кушай. Деликатес. Вкусно. На запах не очень, но вкусно. Пикачу, погоди, погоди, погоди. Тебе что, понравился вареный лук? Угу. Его же нереально есть. И еще. Не делай так больше никогда. Так, допустим, какие есть еще методы в этом интернете? Убрать все желтое в комнате. Ну, не так уж и много. Самое главное, это маленький Пикачу. Золотая кнопка. О, какая она тяжелая. Ах, о, тяжеловато. Игрушка тоже. Трактор обязательно. И заборчик Николая. Ох, как все тяжелое-то! Ой, но эта кнопка просто нереально тяжелая. Фух, вроде все. Пикачу, как ты себя чувствуешь? Все хорошо? Ничего не чувствуешь, ну, необычного? Там изменения какие-нибудь, может быть, давление поднялось, голова побаливает, там тело ломит, нет? Есть еще один способ, о котором пишут в интернете. Облить Пикачу водой. И для этого сначала нужно набрать тазик. Ну а теперь самое сложное. Нужно заманить Пикачу в душ. Пикачу! Идем играть! Играть! Игра называется «Прятки». Твоя задача спрятаться в ванной, закрыть глазки и считать до 10. В это время буду я прятаться, а как ты досчитаешь до 10, ты начнешь меня искать. Кто выиграет, тот получит кепочку. Кепочку! Да-да-да-да-да! Давай, залезай. И дай мне этот тазик, я его уберу. Ага. Глазки закрывай и начинай считать. Один, один, один. 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 И что, тебе совсем все равно, что я тебя облила водой, и ты мог лишиться своей силы? Пикачу вот не мылся. Ужас. Какой ты грязнуля. Тебе не стыдно? Ты ж воял. Ты тоже. Неужели ни один способ не работает? Я не поверю в это. Так, испугать Пикачу. Хорошо, способы. Так, испугать с помощью страшной маски, испугать темнотой, испугать насекомым, а потом испугать тем, что боится больше всего сам человек, который переменился в Пикачу. Ксюша больше всего ненавидит и очень сильно боится громких звуков, особенно когда кричу я. Особенно если это сделать резко. А также Ксюша боится лопающихся шариков. Но, к сожалению, шариков у меня нет, поэтому придется использовать, чем природа наградила. Голосом! Начнем, пожалуй, с маски. Пикачу обратилась! Пикачу не хочет! Ау! Пикачу! Мне же больно! Да. Ну что, как чувствуешь себя? Я испугался. И что, все? А? Ладно, ты пока здесь посиди, приходи в себя, а я пойду подумаю. Ох, клоун даже не сработал. Какие же там были еще варианты? Темнота. Ой.
Вроде тихо. Пикачу, ты как там? Нормально все? Да. Ты что, совсем не боишься темноты? Нет. Блин, точно, Ксюша же не боится темноты. Остался последний вариант. Пикачу. Маша, блин, ты обалдела так орать! Прямо на ухо! Ксюша, наконец-таки ты здесь! Если честно, я даже соскучилась по тебе. Маш, ты чё? Что случилось? Ты что, ничего не помнишь? Ну, я помню, что мы обсуждали покебол, потом ты его открыла, потом пуф, и все. Вроде же все, только у меня почему-то волосы взъерошились. Ну, тогда иди ставь чайник. Будет очень интересная история. Ставь лайк и подпишись на наш канал.